Война за Хиигару оставила галактику в беспорядке. Последние 15 лет стали свидетелями рождения новых возможностей и нагноения старых распрей. Когда-то доминировавшая империя Таиидан раскололась под ударами войны. Новая Таииданская республика пытается удержать старые территории вместе. Силы, преданные старому императору, нашли убежище среди новообразованных бандитских королевств и выжидают своего шанса, чтобы нанести ответный удар. Пока таиданцы разрываются между прошлым и будущим, народ Кушан обосновался на Хиигаре. Строятся новые города. Восстанавливается разрушенное во время последней битвы за их родной мир. Даже у хрупкого мира есть своя политика. Совет кланов был переизбран, и теперь судьба Хиигары обсуждается на собрании Киица. Но даже среди равных возникает борьба за власть. Корабль-матка по-прежнему находится на орбите над Хиигарой. Вынужденный играть роль верфи, он строит новые носители по индивидуальным спецификациям каждого клана. Народ испытывает отчаянную нужду в новых кораблях и экипажах для них. На новых хиигарцев оказывается сильное военное и экономическое давление. Ресурсы и технологии находятся под контролем Совета. Клан, обладающий незначительным политическим влиянием или не имеющий такового вовсе, вынужден приобретать технологии у Бентуси и других рас. Теперь хиигарские корабли самого экзотического вида ищут удачи среди звезд. Война за родной мир закончилась, но галактика по-прежнему остается опасным местом.